Ансамбль народной песни «Злат Венец» – профессиональный вокальный коллектив, продолжающий традиции русского народно-песенного искусства. Выступление ансамбля всегда праздник и яркое веселое шоу с участием артистов и зрителей. Песенные танцевальные узоры, разноцветие русских костюмов, музыкальные напевы баяна отличают этот творческий коллектив от многих других ансамблей. Творчество этих замечательных женщин широко известно не только в нашем городе, но и по всему Конаковскому району. А на протяжении уже 20 лет руководителем ансамбля является Светлана Панкова. На юбилей пришли поздравить своих коллег по творчеству вокально-инструментальный ансамбль «Казачьи песни Русь», а также солисты Дворца культуры имени Воровского Эльвира Ступина и Юрий Новиков. Как бы мне ее скорее отыскать, видно все цветы. Коллектив является лауреатом фестиваля «Русь святая, веру храни» и «Конаковские огни». Основу репертуара ансамбля составляют народные песни Центральной России. Это более 200 песен, которые 15 прекрасных участниц исполняют для любимых зрителей. Изюминкой музыкального праздничного вечера для всех собравшихся стало представление нового номера «Масленица».